Всем здравствуйте, бонжур и добрый вечер. Может, меня никто смотрит. Извиняюсь за внешний вид, у нас ноябрь месяц, 10 число, сегодня суббота. Выехал, ну уже время позднее, сейчас в темноте уже будет, солнце уже вон заходит. Это, о, видно уже, да? Приехал с разведочкой, все дела сделал, успел. Ну, дай пробегусь. Вот здесь была железная дорога, вот здесь. И здесь трелёвочники гнали из леса. И прочистили полосу. Я думаю, посмотрю, есть ли что-нибудь. Ролик не хотел снимать, такой вот коротенький отчерк. Сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь здесь. Погнали. Рассказываю. Вот она, железная дорога. Бывшая, давно уже разграблена, в 90-х. Торф возили по ней. С Бурмакинского торфопредприятия. Эта ветка шла на Мурзиху. Здесь был треугольник, разъезд поездов. Вот еще одна ветка идет заросшая. Ну, она прослеживается, да? Вот она пошла. И здесь треугольник, и там такой. Ну, называлось поезда, а тут разруливали. Я думаю, здесь, видите, плохо ходить, все заросло. А здесь они проехали трелевочниками. Я думаю, дайте пробегусь с металлоискателем. Осталось, что не осталось. Видим, за 5 минут, опачка, накладочка. Каждая накладка 2 килограмма такая. Считайте, килограмм 15 рублей, сейчас подешевел, по-моему, 14. 90 что ли стал. Ну, зимой всегда дешевеет, но пусть до лета лежит. Такие поменьше. Вот таких гвоздей усыпано. Можно от них их копать. Но они силы больно тратится много. Земля бетонная. Прошелся я тут 5 метров. Эти звучат отдельно. Их сразу же слышно. Эти звучат по-другому. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я тут... Так, часы не взял. За полчасика сколько тут можно. Видим, что копали здесь. Рельсы выкапывали. Вот здесь видно, вон там выкопана яма. Ну, тут большая, тут стрелка была, разводка. Здесь видно, что копали это еще давно-давно. Ну, сейчас тут продолжают копать. Но я этим никогда не занимался. Думаю, давайте, интересно тоже для разнообразия, что можно здесь найти. Болото кругом. Все морозы. Ой, морозы, говорю. Все морожка да чаще, да болото кругом. А по жизни все чаще за обломом облом. Мною жизнь поиграла и забросила вдаль. Не судьба обломала, обломала печаль. Смотрим, сейчас посмотрим. Вон металлоискатель днем дошел докуда. По кустам можно походить. Интересно. Видим, что здесь не один. Я любитель чермета поискать. Яма на яме, яме на яме. Но приборы, видать, дешевенькие у них. Не все видят. Накладки оставляют. Ходить неудобно, конечно. Замерзло все. Все кашлепендросина попадаются. Какие-то штучки непонятные. Трубки медные. Гвоздей этих рельсовых усыпано, я их не копаю. Накладок мало. Надо искать по обочинам, вот здесь. Они все заросли. Сами рельсы чистые. Ну и видно, что копали тут годами. Крупное железо все выкопано. Такие вот лючки попадают. Это от вагона смазку сюда накладывали на оси. Крышечка закрывалась. Железа мало. Так, иду в ту сторону обратно. Сейчас по обочине пойдем. Не по самой железной дороге. Хотя ходить невозможно тут. Но попробуем. Также накладки встречаются довольно далеко от железной дороги. Смотрите. Прямо тут у обочины. Ну и накапано везде ямы. Конечно, все железо было ближе к дороге, когда рельсы ремонтировали. Все в обочины раньше скидывали. Там все собрано. Железная дорога стоит на торфу. Вообще чернозем галимый. И все кидал монета вырублена, нет? Шайба какая-то. В принципе, интересно так-то ходить можно, вот, от нечего делать. Я не все снимаю, эти гвозди там в конце покажу. Гвоздей вообще много усыпано. Можно их набрать. Пробежался минут 40, наверное, полчаса. Вот такой результат. Не знаю, смотрите сами, выгодно это, невыгодно. Спорное, в общем, заявление. В общем, докладываю. Специально, если металл собирать, да, то... Ну, такое удовольствие сомнительное. С экономической точки зрения тоже спорный вопрос. Выгодно, невыгодно. Если за час там килограмм 15 рублей стоит, ну, сами считайте.
арифметика любенькая, да? Ну, я проверил. В принципе, болтов усыпано, да? Болты одни можно копать. Кусты мешают. А учите, что это железная дорога до Чепецка с одной стороны шла, да? Например, если осенью копать, а с другой стороны там она километров 25 до Мурзихи. Ого-го! Ну, это так, когда уж совсем есть и нечего, да? Или никуда не охота работать на дядю. Хочется самому чем-то заняться. Тогда можно собирать, но не мое. Так как я металл как сопутка еще беру, а вот чтобы специально ездить, вряд ли я бы поехал сюда его копать. Да. Ну вот так. Лайки, комментарии, ладно, все проверили. Такой мини-бложик был. Хотелось перед зимой проверить, стоит ли весной железом заниматься. Не стоит. В деревнях гораздо больше железа лежит, нежели на этой железной дороге. Все уже вытащим после того, как ее разграбили. Всем пока, удачи, увидимся. Пишите комментарии.